Раз, два, три, четыре. Засиделись? Срочно делать зарядку. Кристин, привет. Привет. И мы начинаем. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Ножки на ширине таза. Плавно опускаемся вниз. Ручки в замочек. Вот таким вот образом под коленом. И округляем спинку и тянемся спинкой максимально вверх. Тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся, 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 тянемся. Теперь одну ножку выставляем вперед, ставим на пяточку ее и продолжаем тянуться вверх. Возвращаем эту ножку, другая нога вперед на пяточку и тянемся вверх. Возвращаем ножку и максимально тянемся вверх. Опускаем замочек и плавно поднимаемся, разгибаемся по позвоночным. Что делаем? Смотрите, становимся около стеночки, либо около шкафа. Ладошка к ладошке, локоть к локтю, ножки на ширине таза, ножки на ширине таза. Отходим буквально на пару, ну, на один хороший шаг от места, где мы будем заниматься. Локоть локтю и отталкиваемся, не отрывая ладони. И обратно. Локоть сводим строго к локтю. Это что за упражнение? Это упражнение при нарушениях функции, скажем так, спины, да, когда ослабленные мышцы спины, когда у нас есть проблемы с осанкой, когда есть небольшие искривления, особенно в грудном отделе. Начинаем. Локоточек к локтю, ножки на ширине таза. Угу. И поехали. Отжимаемся. Угу. Локти друг к другу сводим. Отлично. И дышим. Угу. Слушайте, это сложно так. Прям. Да, а так казалось просто со стороны. Со стороны кажется, как будто ты просто облокотился. Делаешь, да. Ой-ой-ой. Угу. Я как и еще 4 раза. Прям отжимаюсь. А я, собственно, отжимаюсь. Да. Отдыхаем 10 секунд. Что почувствовали? Да, собственно, все, что надо, мне кажется, я почувствовала. Слушайте, попробуйте, правда. Ну, стена же, правда. Ну, как бы... Стена, мне кажется, есть у всех. Опорная. Главное технику, да, вот соблюдать? Да, главная техника, что у нас кисти не отрываются, а локти в этом положении сходятся друг к другу. Так. Мы приводим друг к другу. Готовы? Я готова. Я-то думала 7-8. Нет, 12 должно быть. Так, я замолчу, наверное. Не расслабляйтесь. Будет много-много-много замочков. Замочков. Да. Готовы? Да. Переходим. Ручки перед собой. Закрываем замочек. И тянемся. Оттягиваем нашу спинку назад. Ручками тянемся, наоборот, вперед. Смотрим строго прямо перед собой. Голову не опускаем. Строго. Смотрим строго прямо перед собой. Строго. Положение головы очень важно. Это упражнение. Тянемся, тянемся. Затем выводим во внешний замочек. Растягиваем наши ручки. И обратно возврат во внутренний. Голову не опускаем. И дышим. Обратно. И еще разочек. Спина при этом всегда у нас полукруглая. У нас округляется, да, спинка, чтобы мы могли максимально почувствовать растяжение наших мышц спины. Тянемся, тянемся, тянемся. И еще разочек. Делаем глубокий выдох полностью. И отправляем замочек вверх. И делаем такие маленькие рывковые движения, растягиваем. Дышим при этом, дышим, дышим, дышим. Я думаю, с этим упражнением справятся все. Однозначно. Тянемся еще вверх, вверх. Делаем глубокий вдох. Глубокий выдох. И отправляем наш замочек за спинку.
и растягиваем наши грудные мышцы, плечи наши. И стараемся максимально поднять ручки вверх. И опускаем ручки. А теперь делаем глубокий вдох. Опускаем ручки. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз контрольный глубокий вдох. И выдох. Отдыхаем. Классно же. Мы молодцы. Мы молодцы. И вы молодцы. Ну и надолго не прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.